Сегодня к нам в руки попал диск проекта с крайне банальным названием «Молох». Более банального названия лично я не могу придумать. Но, тем не менее, есть такой факт. Черно-белая обложка от кассеты CDR. Ручная нумеровка. Можно подумать, что это black metal, но я думаю, что это что-то типа ambient или black ambient. Несмотря на такое название, будем слушать. Молох.